Здравствуйте, дорогие друзья. Играть мы будем в Айзека, играть мы будем за Айзека. Все-таки D6 это... Ну, это круто. Заходим сразу в шипастую комнату. По той самой причине, что сердца мы красные потом, может быть, найдем. В принципе, экономить именно в начале красные сердца не особо нужно на это. Лучше даже если мы найдем какую-нибудь карту, которая переносит нас из комнаты, оставить на последок. Ну, мне так кажется. Вот вам, пожалуйста. Привыкла, конечно, то, что мы летаем, у нас есть сера. Наверное, в этом будет проблема наша главная. Брелок берем, вещь меняем. Ну, просто потому, что я не хочу D6 менять, а это активка. Отлично. Рейндждаун, конечно, очень плохо. Ну ладно. Пользуемся тем, что выпало. Взрываем все, что можно и нельзя. Все, что нужно и не нужно. Естественно, находим обе секрет. Потом. Ну, тут не может быть секрет, получилось. Или может? Не зарядился кубик, но он заряется, по идее, после босса, да? Скажите, мы нашли суперсекретку или нет? Вроде да. Не могу понять, где обычная. Все повзрывал, что только можно было, наверное, взорвать. Нашел. Светочивый эффект основан на удаче, встречается чаще. Синих пауков, здоровье, эффект может превращать сердца, необходимые для исцеления. Ладно. А, это брелки, да, оба. Я даже не знаю, честно, я не знаю. Что такое слезоточивый эффект, основанный на удаче, встречающий часто. Чаще. Ну, давайте возьмем. Я надеюсь, что это что-то к ДПСу. Наверное.
Ну, это классная вещь, конечно, мы ее берем, не ролим. Показывает карту. Надо брать, наверное, ее. Но я еще и хочу сердце взять. Синее. Поэтому я думаю, что мы его возьмем с вами. Главное сейчас не купить случайно ключик. Вот так вот. Хороще. На втором уровне мы пойдем сюда. В более легкий путь выберем. На третьем уровне уже опять нырнем. Нырнем поглубже. Это двойной уровень, походу. Хоть тут здоровый. Хотя, может, у них лапши было, да. Но достаточно большой. Надо сделать так, чтобы эта бомба взорвалась на всякий случай. Возможно, с брелком я ошибся. Возможно, нужно было брать или для пауков брелок, или оставлять какаху. Возможно, не совсем правильно понял, то, что скрывается под описанием данного брелка. Ну, в магазин пока что идти незачем. Может быть, деньги, кстати, стоило и сэкономить, не покупать карту. Но, с другой стороны, карта всегда приятная вещь, как мне кажется. Тут шипастую я сразу не пойду. Синее сердце хочется поэкономить. Очень много, это хорошо. Бомб тут мало. На первом уровне золотой, конечно, нам повезло. Достаточно серьезно. Ненавижу. Это ваше движение задержка 3 секунды, стреляет дешево, но все равно хвалят на урона персонажа. Но это крутая вещь. Я считаю, ролить ее, наверное, ну, глупо. Дамажистая, классная вещь. Кастры пушим все. Пригодятся. Там может что-то выпустить интересное. Фагов надо чаще бегать, мука тоже летала, там столько задержки, так секунды. Ну, магнита у нас нема. Ну, сорианыч. Давайте все-таки, наверное, зайдем в шипастую комнату. Рискнем, так сказать. Прикольно. Прикольно. Этот предмет хороший, рульт новый, естественно, не будем тоже. Давайте сразу зайдем в магазин, посмотрим, вообще стоит ли нам что-то там выбивать, покупать. Хотя у нас бомба одна.
даже что-то дельное мы не выбьем с вами. Тут ничего и нет, мы купим просто сердце, которое потеряли. У нас будет в итоге плюс одно. Может быть, этот брелок вот на эту удачу как-то влияет, на предметы, которые будут выпадать в таких комнатах. Хотя вряд ли. Я думал, что будут предметы чаще какие-то выпадать из чего-то, из чего? Из костерков и из говна. Сейчас подумал и стало самому смешнее. Что будет влиять на ДПС и на слезы как-то. Ну и стало крайне смешно. Босс неприятный из-за того, что он очень много мух призывает. Остальная ерунда, но... Его мухи постоянные. Нужно аккуратно просто быть. ДПС у нас хватает, особенно со своим. Так, костяное сердце дает 3 красных сердца на полу. Плюс одно костяное. Нужно мне это костяное. Давайте на дымак. Я хочу дымак. Берем гриф. Берем хвост. Появляется больше сундуков. Плюс это шанс стать гаппи. Так, ну все. Заходим сюда. Нам нужна еще одна бомба. Она выпала. Пока что в шипастую не заходим. Все-таки карты никто не отменял. Которые могут быть. Неприятно это те гады, которые перемещаются в пространстве быстро и через пропасти. Ладно, получили урон. На третьем уровне лишь первый. Если я не ошибаюсь, это в принципе не страшно. Единственное, что, конечно, вторую часть ключа без полета будет убрать сложнее в разы, но я думаю, что надо идти постепенно. И... Вряд ли нас родит за 2 монеты, да? Мы пойдем еще монеты собирать. Если они сролятся за 2 монеты, то посмотрим. Может быть, D6 соберем. Сролим на D6. Если есть возможность ролить за монеты, то надо ролить за монеты. D6 можно оставить на предмет босса. Хотя в магазине может что-то быть полезное, она тут же зарядку нашего D6, поэтому теоретически. Может быть, я в этом плане, то что монеты. Ну хотя 2 монеты. Мало ли что дадут. Мало что дадут. 2 сердца это лучше. У бассейнов в жизни много не бывает. Да, что-то фигня, которую я не люблю. Но мы достаточно мелкие и достаточно быстрые. Я думаю, что нужно опять зайти в шипасты. У нас есть частичка гаппи. Давайте сначала откроем. Рейнждаун нет, спасибо. Инфестит, спасибо, нет. Ага, заполнение. Ладно, если что, мы знаем, где лежит вещица.
ситуацию, которую можно поменять вещь с босса, если нам не понравится она. Вот мы меняем вещь, получаем не то, что я хочу. Не нравится мне заряженная штука. Вот не нравится и все. Может я и нубас, но вот не нравится. Еще красных сердец. Опять неприятный босс. Своего мелкого камна. Ты не успеваешь бить этого босса. Бьешь только того, кого он, блин, убивает. Память безостановочно. Нет, я не думаю, что этот предмет плохой. Просто он для меня неприятен. Я с ним буду хуже играть. Поэтому я не хочу его брать. Получил урон, еще один. И еще один. Это же не... Ой, это я поплыл. Тупой босс обшарил для меня. Я немножко поспешил и получил 2 лишних минимум урона. Но это менять точно я не буду. Давайте, ладно, рискнем. Теряем еще одно сердце для того, чтобы сролить этот предмет. Становитесь быстрее в комнате с врагами, как у полного зрения, становитесь неизвестным. Берем. Наверное, вы скажете, что ты взял, что за фигню вообще ты взял. Предмет был намного лучше. Не знаю, возможно. Надо не забыть, что мы летать умеем. Комната достаточно неприятная, а сундук какой-то. Магазин, ну да, он будет пустой, но не магазин же. Страшно играть за ласта, честно скажу. Очень страшно. Эти комнаты, ну, не такие суперсложные, особенно когда мы летаем, и ДПС у нас есть, и мука у нас есть, но... Учитывая, что я могу фигню опять ставить, очень страшно играть за ласта. А ведь теоретически я мог бы, например, сролить, да, кусочек даже. Ну, если уж совсем. Заглупил бы, случайно нажал бы кнопочку. Так, ладно, у нас жизни не так много осталось из-за того, что мы понаролили. 2 сердца лишних потеряли на боссе, 2 сердца лишних потеряли в шипастой. Ну ладно, одно, потому что заходить мы туда все равно заходили бы. Может, я поспешил, потому что мы могли бы сролить с аппарата за монеты, да? То есть надо было сначала стать ластом, только после этого уже заходить еще раз шипастый. Или ролить еще раз. Блин, возможно, да, возможно, нет. Слишком все замудрено.
пытаюсь как-то забудить смуху, но она не забудивается. Ай! Обидно. Походу я тут сайзиками не играю нифига. Ай. Я спешил как можно быстрее нажать. Есть вот эта штука, что я не... Что я, короче, сотворил? Я не знаю, это ужасный забег опять получается. Красное сердечко, а? Я жив. Хватает мне скилла. Просто не хватает скилла. Сборка была вполне себе нормальная. Возможно, не надо было бы менять А брелок, Б ролик первую вещь. Как он сюда пролез? Я ставил петом, пытался управлять, думал, что я абсолютно безопасность. Да, называется, конечно, красота. Великолепно. А то вот мало мне, много мне ренжа слишком. Надо еще тирсдаун сделать. Зато я знаю эту таблеточку и больше ее не возьму. Позитив? Позитив.
Придурок. Мне почему-то казалось, что я это вздох взорвал. Просто просрал батарею, бомбу. Тут хорошо в дальности выстрела-то. Это прям очень хорошо. Это прям очень дельно. Прикольно. Спасательная секретная комната. Любопытно. Так зайдик и вышло. Если было все не так плохо. Потом бамс, и резко все стало очень плохо. Ну, на том боссе я, конечно, поплыл, но не настолько, что прям забег-то весь руинить. А с этим брелком буду бегать. Безопасное прохождение. Веселая бомба. А мы в магазин. Двойной эффект дает. Активный предмет имеет двойной эффект. Создает артефакты из пула комнаты, в которой вы находитесь. Давайте возьмем, не знаю. Давайте в комнате босса его заюзаем и... Может там будет... Или вообще в сделке. Может там что-нибудь появится реально.
я, пожалуй, беру. Это я, пожалуй, захожу. Юзаю. О, отлично. Не хочу брать ни то, ни то. Мне кажется, не зашел в шипасты, но я не помню точно. Что я только сейчас об этом подумал. Ну, сейчас зайдем в шипасты. Вот широкий кровавый лазер. Да, мы берем его. А, он дает как активка собака. Ну ладно, как активка тоже сойдет. Я уж обрадовался. А, сейчас одно сердце будет широкий кровавый лазер на всю комнату. Но... Тем более серый лазер, как бы надо было немножко включить голову, а не обрадоваться. Так сильно не обрадоваться. Перед соображалкой на время. Ой. Мне иногда не то стреляют. Ой, опасно все это. Все эти комнаты. И вот без полета тут было бы крайне сложно заладить. С полетом немного проще. Все-таки персонаж, наверное. Ну, может, я к нему еще привыкну. Играет там сколько-то для бегать у него там. Сколько? Лак. Лак. Лак это хорошо. Ляк это очень хорошо. Не хватило. Не хватило. Не хватило, да? А, то есть, нет, все нормально, то есть на комнату он действует не на один раз, а на комнату. То есть на того же босса. Он бы мог бы подействовать, если бы я зарядил пью. Ой, я Василий. Поздно я опробовал лазер, ну ладно. Так мне и надо. Ну попробуем. Через него надо стрелять, не знаю, слезами, но, наверное, и сера подойдет. Давайте так. Так. Наверное, глупо, да? Наверное, глупо. Наверное, нужно было брать, да? Дабл бомбы. Все бомбы двойные. Собачий паукан, блин. Вы поняли, что мы на не паукан, а таракан. Вернее, червякан. Лучше не становится, не успел. Спешил. Поплыл. Ай, поплыл. На этом боссе он прям поплыл. Как ты сильно поплыл. Было, кстати, неплохой предмет.
Пушки я, пожалуй, все-таки заберу. Не буду рисковать. Зачем она нам, правда? Вот я думаю, что не надо она нам. А риски всякие есть. Ладно, все неплохо, но жизни-то всего две, да. Как бы. И он не то чтобы прям супер-супер-пупер крутой. Тоже вариант прохождение для нас было бы неплохо, там у них 50 уровня сейчас или 50 сердец в запасе. Нет, а лучше 127. А, сложно все. Не знаю, зачем я костры тушу, ну, в легкой надежде получить, может быть, половинку синего сердца. Ну, лишь что-нибудь типа того. Нет, такой сундук я брать не буду, красную парочку я бы взял. Сложно, когда вот такой рейндж стрелять через этого типа. Достаточно. Ну-ка, есть. А за эту табличку спасибо. Эту табличку спасибо. Она прям... Ой. Заюзал эту штуку и сама получила ран. На секунду забыл, что мы летаем глюканово. Стал отбегать и провалы. А это что, дико тупо, но уже так оно и есть. Укусно, очень укусно, крайне укусно. Дает от 4 до 8 синих пауков. Я не хочу активку менять, я рискну. Часики. Дабл босс, да? Да, было вещи. Наверное, надо брать. Хотя, блин, они три заряда. Наверное, там не будет дабл-босс. Скажите, он сейчас... Он не взял часы, он идиот. Да, я идиот. Я с вами полностью соглашусь. Заочно. Стрёмно. Сраные призраки. Супер. Супер. Супер.
супер. Не очень супер. Да. Да что это за день? Это ужас какой-то, блин, просто. Просто ужас. Нам дают лапку гач. Великолепно. The Hermit. Нам дают лапку гапи. Я не знаю, что нас спасет. Честно. Просто не знаю. Или мы берем и получаем выход отсюда, или мы заканчиваем этот забег. Спасибо всем, кто смотрел, и всем пока.